Привет всем! Сегодня будем превращать сардельки вкусные, еще вкуснейшие, чтобы были. Вес 908 грамм, стоимость 531 рубль. Так, сардельки докторские, НО, БОК. Родский МПЗ. Чтобы у нас сардельки были еще вкусней, нам надо его на мангале с дымком сделать. Чуть-чуть поджарить на шампурах. Вот какие у нас румяненькие становятся. Посмотрите, обратите внимание, что сардельки все разного диаметра. Видно, как-то все же кусками проходят через, где их вяжут. Видно, фарш где-то побольше что-то добавили, где-то поменьше. Наши сардельки готовы. Сейчас будем пробовать. Сардельки готовы. Сейчас будем дегустировать. Возьмем самую большую и самую маленькую. В чем фишка? Мне просто интересно, почему она так разбухла еще. Одна большая получилась, другая маленькая. Температурный режим, я так понял, в принципе, практически одинаковый был. По вкусноте на огне, конечно, прикольно. Дети будут рады. Но, в принципе, и взрослые тоже. Пробуем большую. Мне кажется, или же мелкая, маленькая была чуть-чуть вкуснее, я не знаю. Может, там больше мяса, а меньше всякой ерунды там напичканной. То ли была она первая. Так что, ребят, такая вот тема. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Удачи, всем пока.